Жительница Кубинки, мама троих детей Виктория Александровна выходит к зрителям со своей средней дочерью Елизаветой. Идет отборочный тур. Первый этап фестиваля «Мамы Подмосковья. ТОП-10». Виктория Сушко выступает в номинации «Творческая мама». Математик по образованию, она оказалась лириком в душе. С удовольствием поет, танцует, пишет и читает стихи. При этом сценическая раскованность сочетается в ней с природной скромностью. При всем том, что я не боюсь сцены и люблю выступать, презентовать как-то себя одну, что я вот такая замечательная, как-то неловко. И я в первом... В самом первом конкурсе поучаствовала, сказала, что больше не буду. А тут вот попросила классный руководитель младшей дочери. Отказать не смогла, как и в 2015-м. Тогда Виктория тоже участвовала в фестивале по предложению от школы. Конкурсу она благодарна, он дал определенный толчок в развитии. Вместе с мужем стала создавать видеоролики. Сейчас вот мы для своего коллектива просто на каждый праздник, на каждый день рождения, мало того, что капустники, мы еще делаем ролики, и это очень потом интересно, остается на память. И тут благодаря именно этому конкурсу мы этим занялись. В отборочном этапе участвует мама-блогер, мама, успешно совмещающая карьеру и семью, мамы, воспитывающие приемных детей и ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Каждая из участниц фестиваля подготовила презентацию о себе и своей семье. К заданию все подошли творчески. В этом году основная особенность, что он проходит все-таки в тяжелой эпидемиологической ситуации, да, поэтому не каждая мамочка, которая хотела бы принять участие в данном конкурсе, в нем принимает участие. Но тем не менее, у нас нашли 7 смелых, которые вышли в очный конкурс и пьются за победу. Фестиваль, организованный областным министерством соцразвития, существует с 2015 года. Тогда он был рассчитан только на многодетных мам. С 2018-го в нем могут принять участие все, кто смел и креативен. Сегодня фестиваль включает 10 номинаций. Выбрать можно любую, самую близкую для каждой мамы. Главное – поддержка семьи. Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».